Добрый день. Добрый день. Сегодня Навальному дали 5 лет лишения свободы общей колонии. Не подскажете? Правильно сделали, что дали. Надо было еще больше дать. Надо жить в нашей России дружно, мирно. Раз мы выбрали Путина, надо за Путина. Жить и работать, и уважать кругом всех. А не то, что против идти кого-то. Здесь нам хорошо. Мы за Россию, мы Кубань. Мы работаем и будем работать за справедливость, за наше радостное, за нашу жизнь, чтобы мы жили дружно, мирно. И дети наши учились, чтобы дети наши были здоровыми. И ради них мы должны стараться все делать. Так что правильно, и остальных тоже надо наказывать, как Навального. Все, понял. Вот. Спасибо. Пожалуйста.